Всем привет, с вами я, Вова, и сегодня мы будем делать селфи-палку. Вот так вот она выглядит. Нужно, если что, сюда телефон поставить. Так, сейчас, мне плохо видно. Нужно сюда телефон вставить и правильно поставить так эту камеру. Смотрите, что для этого надо. Ну, лего там всякое такое. На это все нам нужны... Вот такие вот детали. Сейчас. Ну, короче, нужно... Берите всякие детали. Смотрите, первый шаг. Вам нужна такая деталь. Для веса... Вот сюда вот можно человечку поставить. Ну, так для красоты. Так, меня плохо видно. Вот так вот. Добавить сюда деталь. Ну, я бы вот это посоветовала. Но только она вряд ли у вас будет. Ну, или будет, не знаю. Вставляем ее. И должно вот что получиться. Так. Теперь нам нужна вот эта деталь. Вставляем ее. Оп. Сверху этой. Но эта деталь тоже не обязательно. Кстати, это все прочно. Теперь можно вот эту деталь. Вот эта деталь, так-то это да, тоже надо. Ну. Эту деталь. Ставить ее. Сейчас. Вставлю. Вот так вот должно выглядеть все это. Теперь, что теперь? Теперь нам нужны, так, нам нужны две вот таких деталей. Конечно, у меня тут все так радужно, просто у меня нет деталей одного цвета. Сейчас я покажу все лего. У меня вообще вот столько лего. Ну, короче, вот так должно получиться. И еще не забудьте, вам нужен специальный размер для вашего телефона. Ой. С этой камеры вам нужен размер, ну, маленький. Ой. Вам вот такой вот маленький размер нужен, если вы будете делать лего-анимации. Просто у меня уже с этой селфи-палкой вышла лего-анимация. Ой, что-то я заговорился. Эту деталь надо, но не обязательно эту. Просто у меня вышла лего-анимация с этой селфи-палкой. Она еще не полностью вышла, но скоро выйдет. Так, а, нет. Блин, чуть не так сделал. Вот я посоветовал бы вот тут вот, знаете, что добавить? Вот эту вот деталь. Вы скажете, не крепко? Нет, так-то укрепляет. Ну и размер для моего телефона. Если у вас маленький телефон, тогда, короче, правильно отредактируйте все и все. Добавляем эту две синих деталей. Так, сейчас. Устойчивость это главное, а то может получиться вот так. Короче, ладно. Добавляем эту деталь сверху. Оп. И красную напоследок. Вот так вот. Так, смотрите, вот у меня вот такое вот подошло. Но это мой размер для телефона. Я хотел подобрать лего с размером моего телефона. Сюда вмещается мой телефон. И сейчас я на коврик положу. На коврике это плохо держится. А если у вас будет падать, тогда снизу добавьте что-нибудь тяжеленькое. Ну или чуть-чуть поменяйте платформу. Потому что я поменял платформу, и все вышло хорошо. Кстати, если ее уронить... Я не знаю, что будет. Одна деталь упала. Нет, не одна. Опа. Еще это упало. Ой, ну чуть сломалось, короче. Фух. Ну и вот. Все, селфи-палка готова. Кстати, эту деталь я бы посоветовала вам. Она крепкая. Все. Так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Вова. А всем пока!